Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня мы с вами беседуем с заместителем генерального директора закрытого акционерного общества «Струнные технологии» по проектированию Мариной Мигалевной Третьяк. Здравствуйте, Марина Мигалевна. Добрый день. Расскажите, откуда и зачем такая красота, которая нас окружает? Ну, я не совсем биолог, я всего лишь проектировщик, но так как мы сейчас занимаемся очень интересным проектированием, а это экотехнологии, это линейные города, озеленение, то есть никакого асфальта, а только зелень, поэтому мы вот этим всем занялись и у нас в том числе в кабинете, потому что если мы это будем продвигать дальше, мы должны разобраться, какие растения нужны, что полезно, в каком объеме полезно и так далее. То есть и вы, и ваши сотрудники сейчас выступаете в качестве таких подопытных свинок, да, если правильно. Да, все правильно. И как результаты? Ну, пока положительные, видите, коллектив весь живой, все в порядке, да. А с учетом того, что у нас большая часть коллектива – это мужчины, то как-то даже вот у них получается смотреть за этими растениями, за ними ухаживать, как мне говорят, полоть и так далее. То есть все живое, то ничего не пропало. Женский труд выполняет. Вот один из наших сотрудников пришел сюда и сразу сказал: слушайте, здесь, наверное, противопоказано находиться аллергикам. Как вы насчет этого замечания? Вы знаете, мы рассматривали в том числе этот вопрос. Может быть, тут не совсем красивые цветы подобраны, да, то есть нету буйства каких-то красок, там сине-красно-желто-фиолетовых. Вот. Но каждое из этих растений довольно обдуманно посажено. То есть мы делали ставку первое на мужской коллектив, то есть чтобы это было минимум забота о растениях, и им было здесь комфортно. Второе – это, конечно, здоровье людей, то есть это первично, потому что у всех разные проблемы, и, конечно, хотелось бы, чтобы мы не навредили, да, то есть не навреди. Ну и, наверное, самое главное, чтобы хорошо дышалось. Народа много, у нас open space. Вот, поэтому хотелось, чтобы было комфортно, хорошее. Вот, всем нам нравится выезжать на природу на выходные. Совершенно другой воздух, поют птички, но они у нас тоже там за окном поют. Вы хотите поют. Сказать, что ваши сотрудники в выходные приходят на работу? Приходят в том числе, да. Поэтому все эти растения, что здесь подобраны, не случайно. То есть в течение недели, наверное, мы проработали сами. После этого мы связались с коллегами из наших высших учебных заведений, посоветовались с ними, что можно для офиса применить с биологами, с ботаниками, чтобы это было, ну, во-первых, здесь, видите, не очень много солнца, во-вторых, много людей, третье, компьютеры. То есть хотелось бы сразу и хороший воздух, и какое-то ощущение воздуха. Вот. Сразу много зайцев убить, да? Да, абсолютно правильно. Вот, ну, я не биолог, конечно, буду рассказывать, вот, что знаю про эти растения. Ну, я немножко увлекаюсь тоже. Вот растение хлорофитум, то есть оно тут абсолютно маленькое, вот это растение, которое, наверное, раньше было у каждых хозяек, вот такое неказистое, да, вот с такими листиками. Вот это растение выделяет очень много кислорода. Считается, что на 20 квадратных метров надо, ну, от 4 до 6 растений. Вот, и человеку хватает, в принципе, вот, ну, чувствует это обогащение кислородом, легче дышать. А это нам довольно важно, потому что народа много, компьютеры, как бы ни говорили, ну, много техники, да, то есть и компьютеры, и принтеры у нас. Ну, дышится достаточно свободно, и, что самое интересное, я заметил, воздух более влажный, чем в других наших, да, помещениях. Да, абсолютно правильно. Тут у нас вот и монстеры, это лианы, они тоже поглощают всякие вредные вещества, выделяют кислород. Более того, я слышал, всякие экстрасенсы говорят, что они поглощают отрицательную энергию, поэтому они очень хорошо растут в больницах и прочих офисных помещениях, где много людей. Скорее всего, так и есть, потому что у нас тут минимум скандалов. То есть у нас, конечно, напряженная обстановка на работе, но как каких-то конфликтов, но не бывает. Но она творчески напряженная. Ну да, есть такое. То есть вы не дружите против кого-то, а вы наоборот, мы работаем, как я понимаю, да, делаете общее дело. Ну, видите, у нас папоротники, то же самое. То есть здесь, в принципе, подобраны растения, которые, ну вот, три функции выполняют. Первое – это насыщение кислородом. Вот, это борьба с формальдегидами, то есть такое тоже есть, потому что мы живем все в зданиях, построенных и это, там, из кирпича, бетона. Это, вещества, которые, пластмасса, которую жгут, выделяет. Которые очень вредны, да, которые очень вредны для организма, в том числе вот эти растения здесь поглощают, в том числе и формальдегиды. И часть растений борется с микробами, то есть с разными микробами, то есть они фитонциды выделяют для борьбы с микробами.
Спасибо вам большое. Мария Мигалина, у нас очень много работы. Не буду вас больше отвлекать. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте. Поддерживайте наш проект. Самый полезный проект в мире. Строй Skyway! Спасай планету!